Ой, вот слушаю все песни и понимаю, что более доброго автора, чем Навела Матвеева, наверное, нет в авторской песне. И еще, вот вы все видите, всех наших участников мы поздравляем. Мы вручаем диплом участника фестиваля и книгу. Дело в том, что у Навелы Матвеевой выпущено огромное количество книг, стихи и песни, без нот. И вот мы сегодня тоже получаем в подарок книги Навелы Матвеевой. Они совершенно замечательные, это детские стихи, это просто сказка, поэтому счастье есть. А песню я спою, конечно, очень известную. «Девушка из таверны» или «Баллада о гвозде». Самое смешное, что когда я эту песню услышала в юности и разучила уже было, и все мне говорили: «Ты поешь «Балладу о гвозде»?» Я говорю: «Нет, я не согласна с позицией автора. Что это такое? Это как можно так вот относиться? С любовью надо бороться. Что это за такое вот прямо, не знаю я, упадничество?» Ха-ха. Потому что потом я влюбилась, чуть повзрослев. С тех пор это у меня любимая песня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
сказочка придумана. Ну, не бывает таких людей. Бывают. Встречала. Спасибо.